Дорогие друзья, мы все очень долго ждали, и прямо сейчас выходит обновление в игрушке Brawl Stars. Прямо сейчас уже, ну, проходит техперерыв, и прямо сейчас должен зайти в игру. Пока не заходит, вернусь через пару минут, когда уже зайдет. Потому что еще ошибка. Ребят, вы бы увидели сейчас мое лицо. Прошло, короче, 22 минуты еще, и техперерыв. Я надеюсь, что он будет длиться минут 5, и потом уже завезут обнову, ребята. Скоро увидимся. Так, дорогие друзья, технический перерыв закончился. Да, дорогие друзья, технический перерыв закончился! Вышло обновление, твои билеты на кристаллы. Билетов в игре больше не будет, так что они тебе уже больше не понравятся. Один билет, один гем. Новый фон, дорогие друзья. Время 4:20. Наконец-таки завезли обнову. Я очень сильно ждал. Король варваров был, дорогие друзья. Бесплатный скин в подарок. Ребят. Король варваров был. Коварный Морти скоро получится и... Бам! Просто король... Я думал, нам дадут завтра, и нам, ну, нам дали, дорогие друзья, сегодня. Brawl Pass! Большой ящик. Так, ребятки, сейчас я, короче, квесты. Ребят, сейчас я активирую Brawl Pass. 169 геймов. Сейчас, ребятки, что поменялось? Новый боец Гейл. Чтобы разблокировать, открывай ящики. Давай откроем большой, вдруг выбьем. Нет, ребятки, 100 монет. Ребятки, сейчас я заначу и вернусь. Так, дорогие друзья, я... Активируйте. Покупаем Brawl Pass. Вот оно. Бам, просто. Ну что, давайте мега ящик откроем. Тут ничего не выпало. Кстати, ребятки, мы можем какого-то персонажа прокачать, наверное, да? На фу. Не, не можем. Давайте прокачаем. Фух, ребятки. Горячую зону вернули, капец, капец, сколько всего нового. Так, Эмодзи, давайте, я не знаю, может, кого-то пригласим. Так, во-первых, голос Дэрила. Да, ребятки, реально, скин, так, новая иконка, ремодель ПМ. Ремодель ПМ, подождите. Вот она, красотка какая, ой-ой-ой. Ой, красота, ребят, давайте сначала протестим быка. Фух, на обнову топ, ребят. Почему у меня нет таких эмоций, я не знаю. Варвар Бул. Вот он, король варваров. Капец, какие нам квесты вообще задают. Нанеси, выиграй, ага, пройди уровень, ага. Победи врага 24, выиграй, ага, несколько раз, понятно. А чё у нас в гемах? А, выиграть за кого-то. Ладно, давайте протестим на штольне быка. Поехали, поехали, ребятки. Персонажи стали больше, капец. Лихи теперь все, гг. Заждался я обновление, ребят. Заждался. Блин, бык очень, ребят, прикольный. Ух, время, блин, 4:23, капец. Ну вот она обновила. Я увидел то, что ауру мы зашло, и реально все, 4:20. Ой, ребятки, наконец-таки обнова. Я купил бойка. То есть, ребята, как я понял, Гейла можно выбить. Гейла можно выбить. Если посмотреть еще на шансы, Гейла, по идее, можно всем выбить, но это будет очень сложно. И гарантированно он в Brawl Pass появляется. Так, у меня, ребятки, 5 баночек. Сейчас мы протестим еще в ПМ. Капец, аж, блин. Ну прикольно, халявный скин такой, ребят, я на всех аккаунтах потом заберу. Очень, ребятки, прикольное обновление. Мне, ну, блин. Ну, блин, ну сервера, ну вы что? Ну я так и знал, ребят. Потому что техперерыв был сейчас, блин, сейчас. О, нет, мы, то есть, 2 часа ждали обнову. 2 часа, ребят, ждали обнову, 2 часа. Ну вот он, новый скинец, ребят. Вот, наконец-таки, обновление в игре Brawl Stars. Ну, ребятки, напишите в комментариях, как вам вообще обнова. Я реально ждал. Наконец-таки она появляется, наконец-таки, ребятки. Ух, какая жаркая, ух, какая жаркая, ребят. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, блин, как скилить? Ой, ребят, не могу. Как лагает. Не, ребят, играть невозможно. Играть мы не будем. Потому что, ну, понимаете, когда вышло обнова. Но, ребят, мы не из-за серваков играем. Мы играем, ребят, не из-за серваков. Иди сюда. Собака. А, все, у меня тоже так обладает, потому что он даже не стреляет. Да, ребятки, это топ-1 за нового скина.
Из этой, ребятки, там еще добавили новые позы поражения, когда вот проигрываешь. Капец! Воу! Воу-воу-воу, ребятки! Новое оформление, капец! Как это красиво выглядит. Ребят. Ой, я могу ящик открыть? А, смотри, я фармлю на ящике, я понял тебя. Здесь у меня 53, 7, а всего надо 75 копить или что, я не понял. Ну, ребятки, Brawl Pass, так, шансы. Гаджет? Нет, нет, его нельзя выбить. Воу, на Легу какой шанс! А, у него же шанс, как у Леги в первом сезоне. То есть, смотрите, какой у меня шанс на Легу. То есть, я могу его выбить. Из сундука, в принципе. Капец, давайте испытаем его, Гейла. Давайте, ребятки, все-таки вышла обнова. Я купил Brawl Pass, наверное, один из первых в мире. Блин, прикольный боец, хроматический, ребят. Ну круто, ребят, крутой боец, блин, вот бы выбить, Гейла. Ладно, поехали протестим ПМ-пушку. Или давайте ПМ попозже, давайте, ребятки, не ПМ. Во-первых, нам давайте квесты. Что это такое вообще? Победи врага, давай, выиграй бой 3 раза с бойцом Сэнди. Окей. Так, нет, я пока не понимаю. Да, тут из друзей, вот мне интересно, у кого есть Гейл уже? Списки лидеров. У кого есть Гейл? У кого есть Гейл, ребят? Ну, никто, наверное, не выбил. Ну, может, мои друзья выбили, я хз. Давайте посмотрим. Да, у кого-то он есть. Кто-то его выбил из мегаящика, ребят. Чё, у моего друга, что ли, он есть? Я не понимаю. А, тут мой друг этот. Он тоже знает, что обнова. Я думал, он не знал, капец. Ну, такая вот обнова. Кому как, ребят, кому как. Ну, мне нравится. Поехали, поехали в катку. О, нет, горячую зону надо протестить, горячую зону. Поехали. Все, ребятки, это новое оформление, капец. Очень нравится обновление, ребят, мне очень оно нравится. Блин, новый скин, ребят. Много всего нового. Я сейчас пойду после обновы реально задротить Бравл, ребят. Просто я сейчас пойду реально задротить, ребят, Бравл. Ну, это капец. Выиграть же можно по-любому, да? Не важно как. Ребятки, а вдруг мы сейчас тоже Гейла выбьем? Капец, у меня шанс на Легу. Вы видели, какой у меня... Все, ребятки, мы, походу, выиграли. Ребят, вы видели, какой у меня шанс на Гейла? Вы видели? Просто 18% шанс на Гейла, ребята. Блин, обнова прикольная, ребят. Очень прикольная обнова. Я очень рад, ребят. Не знаю, как вы, я рад, блин. Я думал, что завтра новый скин. Я думал, что скин дали сегодня, обнова сегодня. Все замечательно, ребят. Было тупо на самом деле. Все, ребят, капец, капец, нет, горячая зона реально усовершенствовалась. И новая менюшка, ребят, это, а, вот, вот, ребята, новая анимация, а да, это считается, ребят, это считается. И что, у меня новый сундук? Да. Я накопил на третью. Большой ящик. Серьезно, так легко копить можно? Ребят. Ребятки, я могу кого-то на 9? Нет, я сейчас только на 8 не могу. Я бы еще, ребятки, купил бы мегаящик. Я очень хочу Гейла выбить. Очень хочу Гейла выбить. Но, ребятки, это, возможно, как-то мы за старпоинты выбьем. Поехали еще раз горячую зону. Возможно, как-то, ребятки, мы за старпоинты... Капец! Нет, это не убьет игру, ребятки! Теперь сундуки можно получать... Аутсайдер, ребята, еще просто обнова топ. Вот так же считает лайк. Так, да тихо, Эмс! Эмс. Да она бесит реально, ребят. Ну капец. То есть 3 раза выиграть, но квест уже после, я не знаю, после, наверное. О, ребятки, я Гейла хочу. Яр, ну если мне Гейл выпадет, я его не получу, он не выпадет. Капец, квесты. Это капец, прикольная обнова, ребят. Я думал, что это будет какое-то говно. Это прикольно, ребят. Ну, короче, ребятки, я понял, тут надо тащить других всяких разрах, не обязательно. И 24 раза таки врага убить, это в принципе легко. Ребятки, я, наверное, побежал делать квесты. Ну, хотя я еще их не заканчиваю. Возможно, может быть, я разыграю, ребят, Brawl Pass, я не знаю.
Посмотрю. Я, может быть, ребята, сейчас куплю 3 мега ящика себе, потому что я уже хочу сейчас Гейла убить. Потому что у меня реально такой боец. Блин, травматический. Очень хочу убить себе Гейла убить. Новый скин, ребятки, все такое. Обнову, ребятки, кто? Капец, то есть я получил 2 больших ящика. Капец, ребятки, сейчас... А, мне сейчас гейм, походу, давать будут. И за платные тоже сейчас что-то давать будут. Ну что, мы проиграли? Ребятки, не обессудьте. Это не важно, не важно, не важно, ребят. Я буду играть в другие режимы. Главное, вы протестили обнову. Ну, ПМ, ПМ. Ну, ПМ, ребятки. О, аутсайдер плюс 3. Так много слили. ПМ, ребятки, я могу попозже чекнуть. Блин, капец. А, тут ничего не дадут. Тут дадут только 10 гемов. Вот он, мега... Блин, да мега ящик еще долго, ребят. Гейл. Вот он, Гейл. Хотя вы изменили анимацию. И вот он скин на Гейла. Какие вот квесты у нас? Убей врага. Все сделаем, ребят, все сделаем. Я могу... Ну что это? Я, может, купить сейчас мега ящик, еще что-то, ребят, подумаю. Фу, блин. Там уже еще один пакет сделать. Может, еще один пакет. Кого-нибудь еще изменили, ребят? Блин, капец. Золото можно нафармить теперь уже. Не знаю, это же... То есть я теперь, наверное, аватар купим себе поставлю, пускай ставлю. Что-то, ребятки, лепота реально. Обнова топ, ребят. Обнова топ. Я не знаю, как вам, ребят, но мне нравится обнова, блин. Сколько у меня же технических механиков? 4 всего лишь. Ладно, поехали. Протестим. Да нет, давайте я... Я распомню, что надо протестить его.